Добро пожаловать в игрушку Tower Conquest, с вами канал Дариди. Давненько у нас не было игрушечки на данном канале. К сожалению, старый аккаунт я потерял, он довольно-таки хорошо был у меня развит. Но в честь этого я дошел до третьего мира специально, и также я сделаю донатик. Если этот видеоролик наберет 1000 лайков и более, я сделаю следующий донатик в следующей серии. И каждый раз, если мы будем быстро набирать 1000 лайков, я буду делать много донатов. Тем самым поддерживая разработчиков, поднимая активность. И все будут в плюсе, ребят. Так что ставь лайк, пиши комментарий, делись этим видеороликом со всеми. И будет больше классных видосиков на канале Дар Ариди. Ну что ж, давайте уже покупаем. Платеж прошел. И давайте посмотрим сундук Нефритовой Империи. Раз, два, три. Открываем. Ставь лайк. У-ху-ху-ху-ху, какие карточки, ребятки, этого всего у меня нету. Ну что ж, давайте сейчас мы отыграем за мой нынешний состав, а потом мы поменяем. Окей? В смысле, можно второй раз типа сделать? А зачем мне второй раз делать? Мне пока что не будем. В бой у нас третий мир. Начинаем. Я думаю, сначала мы легко справимся. Слишком близко стоит здание, поэтому мы не будем много копить. Ну, на два раза прокачаем. И сейчас нужно уже кого-то использовать. Давай, давай, давай. Отлично, вышел, успел. Главное здание защитить. Ой, опасно, 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 опасно. Он сейчас взорвется же, взорвется. Выходит, следующий выходит. Давайте. Здание не пострадало. Это самое главное, что здание не пострадало. Я хочу на максимум пройти. Чтобы идеально было. Блин, они взрываются, очень больно дамажат. Давай вот так сделаем. Бабам. Отлично. О, карточку. Карточку выиграли. Сейчас прокачать надо. Я хочу на сильного накопить. Тогда у нас будут очень хорошие шансы. Они постоянно взрываются, слушай. 500, 500, пожалуйста. Надо накопить 500. Давай, немножечко. Все, отлично. Выходит здоровяк. Найс, какой гигантский. Сегодня хотелось бы до босса дойти. Ой, как он... Не люблю его. Ну, то есть, я люблю его использовать, но когда он против меня, это раздражает. Как мощно задамажили здание противника. Да, ребятки, это победа. Это победа, идеально. Идеально сыграли, хорошо. Следующий уровень. Давайте поменяем и попробуем новыми поиграть. Армия. Так, то есть собаку, давайте собаку разблокируем, во-первых. Прокачаем ее на максимум. Раз, два, три, четыре, пять. Развить ее можно. Так ее еще и развить можно. Смотрите, какая она классная стала. Найс, ребятки. Вот сейчас мы поиграем. Так, у меня уже 10 звезд. А, я могу открыть, разблокировать новый персонаж. Раз, новый персонаж, два. Хорошо, ребятки. Надеюсь, ты будешь поддерживать видеоролик лайком. Я могу на максимум аккаунт развить, если ты хочешь. Но мне нужна твоя активность. Обязательно под каждым видеороликом лайком. Поддерживай также, пиши комментарий. Делись видеороликом в соцсетях. Вот, это меня очень круто поддержит. И будет много, в общем, серий. Так, ну что ж. Давай тебя попробуем разблокировать, да? Разблокируем. Раз, два. Слушай, давайте пока что не будем развивать. Сначала мы так ими отыграем, потом попробуем развить их. Всадник на журавле, найс. Раз, два, три. Разок так поиграем, а потом разовьем. Редкий нефритовая империя, отличненько. Раз, два. Так, развить пока что мы ее не можем. Пушка. Черепаха с пушкой, интересно. Раз, два. В общем, сегодня поиграем за империю. Это будет интересно. Так, вроде все, да? Вроде все. Выходим. Так, а как... Подожди, а как армию-то выбрать? Да я не хочу развивать! То есть я не хочу развивать, но игра меня вынуждает развить. Давайте это сделаем. Развили, вот она видоизменилась. Окей. Так. Слушай, а как мне выбрать армию? Допустим, я хочу кого-то другого взять. Новое здание. И новых юнитов. Вот это возьмем. Черепаху давайте.
Потом тебя, собаку. И кто у нас еще был новенький? Новеньких пока что больше нету. Ну, давайте тебя... Ну, блин, они дорогие, слушай, все. По 125. Ладно, давайте попробуем, почему бы нет. С новым составом. Вот такой мой состав новый. И начинаем бой, ребятки. Потом их улучшим обязательно. Продолжаем. Дорогие. Пока что только собаку можем выпустить, потому что самая дешевая. Уже вышел. Бежит собака. Собака очень быстро бежит. Ой, как рычит. Ой-ой-ой. Ну и взрывается. Собака. Да ты шутишь, у меня просто не хватит. Цапля. Какая мощная цапля. Ну меня побили, блин, ну почему? Здание пострадало. Дождь какой-то пошел, град даже. Дорогая армия. Переиграем потом. Цапля прикольная, слушай. Надо какое-то подешевле сделать. Цапля просто найс. 250 стоит, но она мощная. Вы посмотрите, как она бьет. Офигенно. Собака просто быстро, чтобы добежать можно было. За 500 хочу взять. Давайте черепаху сначала попробуем. Но я в любом случае уже... А, это мое здание, это эффект здания. Замедлять их, да? Прикольно. О, черепаха с пушкой. Черепаха с пушкой. Че она стоит? Сейчас стрельнет. Бам. Прикольно. И вот эту возьмем. Новый герой. Ё-моё. Так, надо им еще поучиться играть. Не знаю, насколько они эффективны, но я хочу разными попробовать посражаться. Так, замедленней. Погнали. Ну все, мы их потестили, самое главное. Сейчас мы их видоизменим, эволюционируем. И нам уже будет проще. Что она делает? Это такая способность ее интересная. Ей главное впереди не стоять, да? Невидимо здоровья не так уж много. Ой-ой-ой. Так, взяли карточку, отлично. Офигеть, слушай. 12 секунд осталось. Мы успеем? Нет, успеем? Да боже мой, что-то... Да, успели. Но мы обязательно переиграем в любом случае. Здание немножко повредилось. Из-за того, что мне просто не хватило денег. Не, нужно по-любому менять их. Да, во-первых, пойдем в армию, посмотрим. Разовьем, и что будет. Солнечная вспышка 5%. Но она намного круче увеличилась, ребятки. Так, черепаху можно развить. Особые способности нету. Сейчас разовьем, и будет способность какая-то. Непредсказуемое оружие какое-то. Смотрите, какая черепаха классная. Офигеть. Так, собаку мы уже развили. Ну что ж, я предлагаю кого-нибудь все-таки поменять, да? Вот здесь, оказывается, это все делается. Черепаху оставляем, это все оставляем. Давайте собаку уберем. Возьмем тебя, что ли. Ну, пробуем играть, ладно. Пока что пробуем играть дальше. Потом еще будем менять. В бой. Главное, есть самый дешевый. Если что, мы его выпустим. Он хотя бы немножечко выиграет нам времени. Так, идет первый. Довольно-таки быстро, слушай, идет. Цапля хорошая. Ой, прошла. Прошел. Плохо то, что они на цапле не останавливаются. То есть цапля просто мимо проходит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну давай же кто-нибудь. Замедли. Ну нет, ну опять урон получили. Или не получили урон. Я не понял, ребят, мы получили урон. Капец. Не очень эффективная у меня армия. Не очень эффективная. Сейчас будем менять что-нибудь. Черепаха. Бам, сразу урон. Ну она мощная, но медлительная, да, черепаха? Не, надо пока что поменять армию. Иначе мы не очень хорошо играем. Давай замедлим.
Они еще и урон получают. Сапля восстанавливает здоровье? Как она так делает? Блин, она мощно бьет, прикольно. А из-за чего она умирает, я не понимаю. Черепаха мне понравилась, в принципе, хорошая. Да не все хорошие, но слотов недостаточно много. Так бы, возможно, я больше бы разных взял. Базу, наверное, все-таки я возьму старую с фаерболом, чтобы можно было добивать быстрее здание. Мне кажется, оно будет получше. Ну, на данный момент точно. Один раз всего лишь ударили в мое здание, и нам не засчитали на идеальном, мы не прошли. 7-й уровень у нас. Так, все нам вернули. Отлично. Так, квесты, за квесты мы можем забрать. Отлично. Хорошо. И можно это все дело прокачать. Давайте прокачаем. Во-первых, давайте идем сюда. Все убираем. Мы сейчас заново составим это все дело. Возьмем старую башню. Потом возьмем, наверное, от тебя. Ты редкий. Возьмем тебя. Кто хороший? Вот этот хороший у нас. Потом давайте вот этого здоровяка возьмем. Давайте лучницу возьмем. И, ну, будем менять. Пока что возьмем собаку. Пока что собаку возьмем. Все это дело мы прокачиваем. Отлично. Прокачаем. С такой армией мне уже будет проще. Вот этот красавчик, он мне нужен. Просто идеальный. Идеальный камикадзе. Так, собачка. Она быстрая, в случае чего можно будет выпустить. И здоровяка прокачаем. Найс. У него очень много хпшечек. Можно, типа, еще купить. Ну, пока что нет, ребят. Помните о 1000 лайков. Пока что продолжим, потом обязательно переиграем. Хочу идеально сделать. Ну все, сейчас мне будет проще. Здание довольно-таки далеко. Раз-два прокачиваем. Кстати, можем, в принципе, выпустить вот этого. Давайте выпустим. Пускай... О, нифига себе, новый какой-то. Ё-моё. Он перепрыгивает! Я не думал, что он перепрыгивает. Офигеть! Ёлки-палки, вот это было очень опасно, очень опасно. Кого взять-то? Да вот так сделаем. Он сейчас опять перепрыгнет, блин. Нет, только не лучницу, пожалуйста, нет. Главное, не прыгай. Он первый перепрыгивает. И поэтому он может задамажить очень хорошо. Надо накопить на здоровяка. Давай, немножко осталось. Фаербол, давай, пожалуйста. Он перепрыгнет сейчас, перепрыгнет. Отлично, успел. Успел, ребят. Я не должен получить урона. Лучницы. Лучницы очень хорошо помогают. Особенно если ты их наспамнишь. Ну, 2-3 штучки уже будет прям хорошо. Гад, прыгучий. Это опасно, слушай, то, что он прыгает. Непредсказуемый. Так, ну сейчас фаерболом мы добьем. Все, неплохая команда у нас. Ну, по-любому будем разные варианты искать. Да, вот это хорошая колода. Все нормально. Хорошо сыграли. Также в бой. Идем дальше. Со временем будем редактировать немножечко. Так, давай еще раз. Ой, сразу пошли. Так, я думаю, камикадзе возьму. Камикадзе хорош тот будет. Давай, собака сагрит. Она, собака должна сагрить. У меня уже максимум там. Ладно, фаербол давай используем. О, нет! Надо его взорвать. Вторая лучница идет.
Лучниц жалко. Они сейчас погибнут, скорее всего. О, здоровяк! Мне тоже нужен здоровый. Такой босс, смотрите, здоровый. Наверное, надо камикадзе тоже взять. Давай камикадзе возьмем. Фаербол, давай, поможет! А, не потому фаербол. Отлично, убил. Так, нужен фаербол. Там подмога уже идет. А я и так успею. Идеалити. Новое достижение. Так, ну, пройдем сейчас, попробуем вот это. Я хочу просто на хорошо пройти, чтобы все прям супер-пупер было. Сейчас мы быстренько пройдем. Можете быть уверенным. Два раза прокачаем сейчас. Собака. Так, нужен фаербол. Фаербол нужен. Пожалуйста, фаербол. Ну давай. Нам пока не нанесли урон, отлично. Давай, лучница, пожалуйста. Нифига не помогла нам лучница. Ну ты шутишь, что ли? Так. О, они сейчас друг друга взорвут. Я просто не успеваю, нифига. Просто не успеваю, их слишком много. Отлично. Хоть прокачали немножко. Еще разок. Давай, два раза. Нет, два раза не получится. Так, идешь ты. Надо 500, надо прокачаться. Давай. Успею, 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 успею. Хорош. А по времени я уже прошел, то есть я могу... Мне по времени можно сколько угодно сейчас играть. Нам сейчас главное просто, чтобы здание не повредили. То есть можно частями проходить. Тоже прикольно. Так, все, прошли. Но потом, наверное, будет сложно на идеально проходить. Пока что еще можно. Продолжаем. Тоже на два раза прокачаем, давайте. Так, этого мы легко сейчас устраним. И второго тоже взорвем. Неплохо, неплохо. И этого взорвем. Так, это пока не пострадает. Ну, собака, не знаю, так себе, да? Этот получше будет. Вот этот, быстрый. Собаку можно, кстати, поменять. Но она прикольная, но, блин, ну не такая она крутая. Вот этот хороший. Он и мощный, хоть и здоровья у него меньше. Но он очень мощно бьет. Ну все, я прошел. Собака просто быстро добегает, в случае чего. Хорошо. Все, прошли на максимум, открываем. Смотрим, что там такое. Отлично. Отличненько. Давайте попробуем весь мир пройти за сегодня, да? Первая серия должна быть максимально большой. Не забудьте разблокировать новых бойцов. Давай, идем сюда. А, за десяточку, да? Мы тут не все разблокируем. О, какой-то Санта, смотрите. Прикольно. Так, а тут за 15 давайте разблокируем. Отлично. Тыквоголовый какой-то, смотрите, как классно. И этих можем разблокировать, да, теперь? Давайте до семерочки прокачаем. Можем их, в принципе, использовать. Вот это хорошая ведьма. Банши. Так, прокачали. Давайте банши, наверное, возьмем. Сколько она стоит? Вместо кого-нибудь.
Вместо собаки, допустим, можно банши взять. Где она? За 150. Я думаю, это будет получше. Так, ну идем дальше пока что. Хочу третий мир весь пройти. На два раза прокачиваем. Сейчас будем готовиться. Давай банши, я не знаю, насколько она хорошая. Какая-то пушка непонятная, я не знаю. Первый раз такую встречаю. Фига себе, а как? Я уже не пройду. Я уже на хорошо не пройду. Она чересчур имбовая пушка. Как я это пройду-то? Я тоже хочу такую пушку, слушай. Да капец какой-то. Как это проходить? Они сейчас наспамнят мне тут. Да вы издеваетесь. Мне нужна другая колода, ребят. Все, я проиграл. Охренеть. Да я не буду восстанавливаться. Ну, да, первый проигрыш. Бывает. Я думаю, тут мне нужна недорогая колода, поэтому давайте попробуем так поиграть. Вот с таким вот составом попробуем поиграть. Тебя забыли прокачать. Давайте. Раз, два. Потому что нужно сразу отбиваться. И только на один раз, я не знаю, прокачаем пока что. В бой. Энергию. Давайте восстановим. Так, плюс одна энергия в бой. Мы должны это сделать. Давайте, я готов. На один раз прокачиваем. Все, хватит пока что. Давай еще разок. Эта пушка дурацкая, бесит она мне. Так, нужно за 200. Нужна заморозка, тут срочно нужна заморозка нам. Давай, заморозка. Все, замораживаем. Давай, сделай это. Все, они заморожены. Сдуваем всех, сдуваем нафиг всех. Как это пройти? Я не представляю, как это проходить. Да как это безумие пройти? Их слишком много. Они очень слабые. Они просто нас разносят. Их слишком много наспамнилось. Да ты шутишь, как? И они назад еще отталкиваются. Да это нереально. Ну и заморозил, и что толку? И что толку, что я заморозил? Я не успеваю ничего. Ребята, я первый раз с таким сталкиваюсь. Это жестко, это уже жестко. Это чересчур жестко. Почему так сложно? Есть последнего, просто держусь. Нет. Третья моя попытка вот с таким отрядом. Я не знаю, получится или нет, я уже боюсь, ребята. Я не знаю, какую тактику мне использовать. Это очень сложно сейчас началось. С кем-то надо два раза прокачать, иначе потом задница будет. Давай, 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 давай. Так, раз, два, и все, мы готовы. Нужно до фаербола, да. Давайте три, ладно, три раза прокачаем. Все начинается. Начинание сгорения, ребята. Ну попали по зданию, попали, блин. Ну один раз всего лишь попали, ну. Вот так вот надо, да, отлично. Ну уже как-то, все-таки вот с этим, с этой башней можно победить. С другими сложно. По крайней мере сейчас что-то получается. Потом попробуем переиграть. Сначала просто надо дойти до конца. Уже потом переигрывать. Как раз мы немножко прокачаем бойцов наших. С фаерболом идеально проходить данный мир.
Цапля еще довольно-таки хорошая. Фаербол, отлично. По времени должны успеть, слушай. Отлично, сделали это, да. Хотя бы пока что на два значка. Один раз всего лишь ударили. Блин, ну сейчас мы энергию хоть и восстановим, отлично. Один раз. Ежедневное испытание теперь разблокировано. Вы готовы проверить свои навыки и выиграть великие награды? Да, я готов. Давай попробуем это сделать. Подожди. Они атакуют издалека. Принесите им бой. 20 некро дадут награда. 11 часов будет действовать. Время битвы 3 минуты. Собери свой отряд. Какой отряд соберите? Выберите пикап какой-то. За 5000. Это ускорение, это жизнь больше. Ураган, давайте ураган. Собираем отряд. Не из всех, да, можно выбирать? Раз, два, три. Последний раз заблокирован. Ну, давай пробовать, я не знаю. 3 минуты продержаться. Просто мы должны 3 минуты продержаться, да? Или разбить еще за 3 минуты надо? А как я этого робота уничтожу? Я не знаю, как мы это будем проходить. Причем я не всех могу использовать. Видите, в чем прикол? Я думаю, я не смогу. Их слишком много, ребят, их слишком много. Ну, блин, не потому просто попал, капец. Офигеть. Это сложно. Я пока что, я думаю, я не смогу. Но попробовать стоило. Нам предлагают 85 и 75 за 690. Плюс 15 жизней, 250 самоцветов. Нет, пожалуй, не надо. У меня 3 попытки есть, да? У меня есть 3 попытки. Собери свой отряд. А из кого собирать? Было бы из кого собирать. Тут просто никого у меня такого нормального нету. Раз. Давайте какой-нибудь получше, что ли, подороже. Так, попробуем. Попытка номер 2. Раз есть 3 попытки, надо действовать. 3 минуты продержаться, да? У меня бонус плюс есть. Ну, у них тоже фаербол, смотри. Слушай, мы даже дошли до них. Смотри, дошли даже. Неплохо, неплохо. До усиления. Быстрее дойдут. Давай. Сделайте это. Фаербол. Вау. Смогли, да? Отлично. Можно приумножить это все дело. Ладно, не будем. И что там такое? Да, мы выиграли эту бабушку. Отлично. С 2 попыток. А следующая какая награда? Нет, 2 попытки. И что толку? Подожди.
Ну, типа, давайте второй раз победим. Что будет, если я два раза выиграю? В принципе, тот же самый отряд делаем, да? Мне самому интересно. Так, я только четверых, да, могу использовать? А сейчас сложнее будет, сейчас эта бабушка будет, смотри. А, одна башня, я не выбрал башню, что ли? Ну вот, сейчас-то выбрал. Последняя жизнь. То есть я могу, по сути, три раза, да, выиграть? Мне интересно, давайте попробуем. И за 3 минуты все-таки надо пройти, я думал продержаться. Сначала надо на максимум прокачаться. Нужно момент подобрать и потом просто побежать резко. Она испугалась? Это способность моя, что ли? Это способность моя. Она пугается, смотрите. Надо бабулю надо убить. Бабуля? Отлично. Способность, давай быстрее доходите. Блин, он мощно бьет. Гад, смотри. Фаербол нужен, фаербол. Ну еще разок. Капец, как он мощно бьет-то. Да, я сделал. Ну вот, два раза победил. А если три раза подряд победишь? Давай умножим, что будет. Так, а вот мы умножили награду и... Подожди, я не понял. А, ну вот, дали, смотри, дали. 10, слушай. Сначала 20, потом 10, а потом, наверное, 5. Я думаю, надо стоит ее взять, да? Сначала прокачаем. И вот эту новую бабушку давайте мы возьмем. Денег у меня нормально. Все, надо будет всех прокачивать. Плюс 8, плюс 4. Плюс 28, плюс 8. Так, идем сюда. Не, сначала идем в армию, да? В армию идем. Смотрим. Где эта бабушка? Вот она, смотрите. Она дорогая, смотрите, некро, эпический нежить-воин. А что она делает? Ее можно развить сразу, потом мы разовьем, сначала хочу прокачать. Плюс 3, плюс 4, плюс 4, 4, 4, 5, 3, 5, 4, 5. Да... Последний вызов 10% какой-то, эпическое. Сначала мы ей поиграем, потом прокачаем. Но ежедневные испытания реально очень крутые. Так, забываю, идем сюда. То есть мы кого-нибудь убираем сейчас. Давайте цаплю уберем, возьмем вот эту банши, да? Ведьму. Попробуем, я не знаю, как получится. Тут сложно уже. Так, далеко стоит, хорошо. Так, раз, два. О, пошел. Я специально под удар подставился. Зараза какая. Больно бьет. О, двоих срубил. Давай! Фаербол хорошо сработал. Отлично. Банши надо использовать. Давай возьмем, попробуем. Что она делает вообще? Наблюдаем. А, на скелетиков фармит, да? Вот бы 500 накопить. Потому что прикольно на скелетиков. Ху-ху-ху-ху. Усиление. Фаербол. Отлично. Слушай, ну банши классная. Мне нравится то, что она... Много призывает в этих скелетиков забавных. Даже не знаю, кто это. А что, если мы прокачаем ее? Ну вот примерно все запомнили, да, какая она. Теперь мы идем в армию, ее прокачаем. Во-первых, можно открыть уже.
Новый воин разблокирован. И везде, да? Везде можем открыть. О, смотрите, какой голем. Теперь у нас появился. А кто у нас здесь? Давайте посмотрим. Тут у нас терминатор, типа 9000 разблокирован. Так, что, кто у нас здесь? Давайте откроем. О-хо-хо-хо-хо. Храм цветущей вишни разблокировался. А в конце здесь у нас что? Какой-то инопланетянин. Слизень морпех. Такой вот забавный. Так, а что тут мы еще можем сделать? А я не понял, как будто какое-то действие можем сделать, но я не знаю какое. И тут как будто бы. Ну тут мы можем вот ее развить. Давайте разовьем, посмотрим. Запоминайте здоровье, урон. Развиваем. Она видоизменилась, да? Последний вызов 20%. И немножечко жизни прибавилось, и урона, да? Самое главное, что призыв... последний зов, простите, последний зов не 10%, а 20%. То есть она, видимо, чаще будет спамить. Хорошая штука. Так, солнечная вспышка 5%. Давайте вот ее, наверное, все-таки возьмем. Возьмем здоровяка, мне больше нравится. Мне вот этот здоровяк нравится больше. Пускай он будет. Его еще и прокачать можно, да? Плюс 50, плюс 8. Он как такой большой танк на себя урон берет. Кстати, вот этого можно заменить. Давайте заменим, он слишком слабый. Вот этого уберем. И поставим... Давайте тебя, мне вот он нравится. Этот... Смертник, да? Плюс 3, плюс 13. Зачем ему вообще здоровье? Мне кажется, не сильно-то уж нужно. Иногда, наоборот, надо поменьше здоровья ему. Чтобы вовремя взорвался. Ну, тут сложно рассчитать, конечно. Вот я вот этого хочу. БФГ. Вот он реально классный. Если его наспамить, то просто нереально победить. Очень сложно. Довольно-таки мощно еще бьет. Так, давайте на двоечку прокачаем. Может даже на троечку, ладно. А, блин, зараза. О, убил, отлично. Вызываем банши. Она сейчас будет спамить и отвлекать. Пушек вот этих отвлекать. Хотя, тут я могу взорвать его. Отлично. Неплохо. Они далеко не идут, да, они умирают быстро. Ну вот этот робот всех убивает, гад, гаденыш. Какой же он гад противный. Какой же он, зараза, противный, слушай. Надо заморозить их всех. Так, хорошо, взорвали. Ху-ху-ху, нормально. Хорошее усиление вовремя сработало. Самое что главное. Опять этот урод, давайте, ну убейте его, ну убейте. Он просто всех взрывает. Так, короче, надо на здоровяка срочно нафармить. Давай, пожалуйста. Ну что ты сделал-то? Капец. Назад, назад, назад. Так, все, используем. Надо успеть срочно. Он по всем бьет. Я не знаю, по времени я, наверное, не успею. 36 секунд осталось. Да фаербол надо накопить. Продвигаемся, ребят, продвигаемся. Ну уже, 28 секунд. Сейчас просто всех используем. Сдвигаем всех, сдвигаем. Фаербол. 18 секунд, давайте, вы сделайте это. 13 секунд, 13 секунд осталось. Давай, еще один удар. Да, мы успели это сделать. Отлично. Пока не будем умножать. Хорошо. Доверимся назад. Там, по-моему, что-то у нас открылось, да? Новая башня, что ли? Нет? А, ну эта башня у меня была. Можно прокачать ее. Способности пока что... Особые способности нету. Ну вот если бы была новая... Ну, особая способность, можно было бы использовать.
А, ну, в принципе, у них у всех нету. Давай попробуем, просто чтобы для эксперимента. Убираем эту башню и возьмем вот эту. Мне интересно, насколько она хороша. Начинаем. И какая у нее способность, в принципе, в бой? Молния, у нее молния какая-то есть. Блин, было бы здорово посмотреть. Давай еще разок. О, робот какой-то появился. В принципе, легко с ним справились. Слушай, молния прикольная, молния классная. Попробуем, может быть, с ней неплохо получится. Так, здоровяк. Как первый раз было сложно, но сейчас более-менее колоду подобрал, и все вроде легко стало. Так, мой любимчик, здоровяк. Пока побеждаем, будем с ней. Потом еще на фаербол по мне. Фаербол мне нравится, что можно по зданию бить в конце. Так, ну все, тут на 3. О, 9 уровень. 9 уровень. Забираем награду. Ништяки. Отлично. Теперь можем это все прокачать до 9. Так, плюс 4, плюс 14. Отлично. Плюс 70. Этот мой любимый. Плюс 11 к урону. Офигительно крутой. Так, плюс 3 к урону. Ну, лучница. Ну, так себе. Плюс 5, плюс 6. И здоровяк, смотрите. Плюс 53, плюс 9. Хорош, хорош. И что там в армии? А, мы можем щитовика открыть. Хорош он. Сразу раз. 15, 16, 16, 18, 18, 19. Ну и к урону. Урон чуть-чуть у него прибавляется. Вот здоровья много. Он такой мини-танчик, да? Кстати, давайте попробуем его, наверное, использовать вместо кого-нибудь. А вместо кого? Нам нужно... У нас сильная же получается армия. Давайте вот этого уберем и поставим щитовика. Он дешевый, он впитывает урон в себя хорошо. Отлично. Так будет прям идеально. Ежедневное испытание. Слушай, ну мы же тут 5... А, 5 некро. Я еще могу 5 некро? У меня не хватает. Следующий приз 5 еще некро. Блин, было бы прикольно. А давай попробуем, слушай. Так, в конце давай собаку. А, за... Слушай, 10 нужно будет потратить, да? Зато 5 некро получим. Давай попробуем, ладно. Была не была. В смысле? А, башня нужна. Так, башню возьмем. Пофиг, пробуем. Мы должны это сделать. Два раза прокачаем. Может, 3 раза даже. Давай 3 раза. Так, идет ты. Пускай проходит, пускай проходит. О, как добежали, смотрите, сразу. Урон. Уроним. Можно прокачивать дальше. Неплохо, неплохо, неплохо. Должны, ребят, офигеть, офигеть. Ребята, мы заберем награду. Найс. И сможем еще немножко прокачать ее. Продолжаем. Открываем. Зато мы максимальную награду получили, да? Все, ребят, мы максимум взяли. Это хорошо. Надо будет чаще заходить и проходить ежедневные испытания.
Но это все равно мало, да? Но она зато хорошая, слушай, она реально хорошая. Надо 100 еще карточек, чтобы прокачать на третий уровень. Но она тогда вообще будет просто охренительно крутая. А максимум 5 звезд, да, получается? Идем дальше. Ну, здание далеко, можно быстренько сейчас вкачаться. Пока что не использовать никого. Зато сейчас быстро будем спамнить. Мы также поступим. Хотя вот этого надо выпустить, чтобы он быстро устранил. Слушай, ну он мощно бьет. Щитовики очень круто держат удар, и это из-за этого мне нравится. Это дает мне время нафармиться. Золотая лихорадка, квест завершен. Боже мой, посмотрите на него, какой он здоровый! Охренительно здоровый, кто ты, мать его? Я вообще смогу его одолеть? Но мне тоже здоровяк идет. Но он побольше меня будет. Вроде легко победили. У меня слишком много. Смотри, какая моя армия. Я не пойму, какие мои щитовики, какие его. Так, нужен еще один здоровяк. Найс. Продолжаем. Открываем, посмотрим, что там такое. Сундук робота. Нормально. Новые юниты. Но мы должны сегодня все это пройти. Так, вот этот мир прошли. Потом какой-то железный. И мир каких-то эльфов, я не знаю. Продолжим в бой. Слишком близко, поэтому на два раза только давай нафармим. Пускай впитывают урон. Пока их посверлим. Вот, хорошо. Идеально комбо. Он впитывает урон, и мы дамажим всех. Слушай, ну танчик должен в любом случае быть. Один, да? Хотя бы вот этот маленький. Наоборот, лучше, что он маленький. Они просто не могут пройти за лучников. С лучниками хорошо сочетается. Комбо-карту надо собирать. Вот это хорошая комбо-карта с лучниками. Можно типа их и остальных всех лучников. И все идеально будет. Вернемся назад, посмотрим, что у нас здесь такое. Квесты. Все, мы тут все завершили, отлично. Все квесты. В армию, что у нас тут новое. Новый робот. Но можем его взять, в принципе, попробовать. Он тоже стреляет, да? Плюс 3. Так, плюс к урону мне самое интересное. Да, он слабенький, но к урону, кстати, плюс 6. Плюс 6, плюс 7. Плюс 7. На максимум прокачан. Давай попробуем взять его. Я не знаю, вместо кого. Банши будем брать, нет? Но она тоже неплохая. Ладно, давай вместо банши, пофиг. Подешевле колоду сделаем. А что у нас здесь? Подожди, ежедневное испытание какое-то. Ну мы же это все прошли. Антиход пак какой-то. 75, 95. А, ну это у нас было. 11 часов осталось. В смысле 5 некро? Опять 5 некро? Так мы же уже это все выиграли, да, получается? Ну да. Ну тогда убрали бы, мы же прошли это испытание. Ладно, продолжаем. Продолжаем наше похождение. Сейчас можно отряза прокачать, потому что он довольно-таки далеко. Я должен буду успеть отбиться.
Давай еще разок. Успеем, 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 успеем. Соточку, давай. Теперь 125 надо, пока он его бьет. Отлично, сделали. Какой-то робот медлительный. А, нет, смотри, дамажит нормально. Или что, он восстанавливает здоровье? А, он хилит, это он хиляет. Так он вообще идеально будет хилять, смотрите. Теперь вообще просто никто не пройдет. Это просто идеалити, ребята. Смотри, как им сложно. Они просто не могут его пробить. Потому что их постоянно хиляют. Идем дальше. Я думал, он стреляет в них, он схиляет наших. То есть его надо за щитовиком. За щитовиком нужно его использовать, точно. Смотрите, допустим. Давай попробуем взять его и чисто хилку вот эту. Он выдержит, интересно? Держит оборону, держит. Хиляй. Он постоянно наших отхиливает. Так, охренительно круто. Ну, двоих надо, больше не надо, я думаю. Они просто не смогут пройти. Офигеть. И мы тем самым очень сильно экономим. Очень круто, слушай, очень. У нас уже здоровяк вышел. Да, все-таки башню сменим на фаербол. А так вообще очень, очень хорошая у меня армия. Возвращаемся сюда. Меняем на фаербол, отлично. Кстати, это надо прокачать здание. Ребят, добавляйтесь в друзья. Сейчас я вам покажу раздел вот здесь. А, так, где друзья? Создатели, подписка, почта. Профиль игрока. Добавляйте Дариди, вот, пишите. А, вот, раздел друзья, точно, ребят. За друзей можно получать вот такие подарки. Много-много. Я помню, в трассе у меня было много друзей на старом аккаунте. Я когда снимал, там около 50 или 30, я не знаю. И много вот этих подарков я открыл. И прям, я помню, прям так нафармился. Так аккаунт прокачал круто. Поэтому если нас будет сотни, 200, мы очень много подарков получим. Вы плюс получите подарки. Каждый получит подарки. В общем, быстро аккаунт разовьем. Так что ищите. У меня пока что Иван. На этом аккаунте оказался Иван какой-то. Вот. Поэтому в следующей серии, если что, я зайду и посмотрю раздел «Друзья», посмотрим, что там может выпасть. Какие подарки. Здание очень далеко, поэтому давайте на 3 раза прокачаем. Какой-то новый, смотрите, я не знаю, кто это. Кто это такой? Он исчез! Он исчез, ребята! Я не ожидал такого расклада. Он исчезает и проходит первых. Ой, я из-за этого лоханулся. Я не знал, потому что кто это. Он один раз, ну, первых проходит. Это типа, чтобы до лучников доходить, я так полагаю. Отхиляй его. Отлично. Хиляется. Смотри, как делать. Видите, он хоба появится сейчас. По центру. Но на идеально уже не получится пройти. Ну, потом переиграем.
Понятно. 10 уровень, открываем. Ништяки собираем. Так, ты вошел на арену. Чего? Большое количество очков позволяет получить крупные награды в ежедневном рейтинге. О, награда высшего уровня 15 вот этих вот здоровяков. А как поиграть? Где я вообще нахожусь? На каком я месте? Я бронза на... Подожди, я на бронзе где-то. Угу. Рейтинг сбрасывается каждые 4 часа, да, получается? Уже до десяточки прокачали. Сейчас надо всех их прокачать. Они хорошие ребята у меня. Вот так вот. Так, ну типа в бой, да? А, вот она, арена. Это я уже с настоящими игроками буду, смотрите, ё-моё. Но за это я энергию тоже буду тратить, да? Офигеть. Это подготовка пока что? Мы не можем, да, пока что использовать? Я же не могу. А, не, можно уже. Не, ну я тут явно проиграю. Ой, больно сейчас будет. Смотри, какой тигр просто. Просто тигр. Мне нужен здоровяк. Отлично, здоровяк вышел. Здоровяк вышел на охоту. Можно отдельную... О, смотри, его пытаются остановить. О, ну все, мы быстро тут победим. Так, ну пока было легко, слушай. Новое достижение. Нечастое. Новый рекорд. 5700... Можем монетки, да, увеличить. Так, вот на каком я месте? На первом месте сейчас. Так я претендую на первое место? Офигеть. Типа, если я продержусь, то я получу 15 этих красавчиков. Награды высшего уровня. Ежедневный сброс каждые 3 часа. Подожди, а... А я могу еще раз поучаствовать? Что будет? Давай попробуем. Так, раз. А потом они будут ускоряться, да, получается? Он пока не... А, вот вывел первого. Надо хилять их. Что я с ним уже сражался, слушай. Так, неплохо. Мне нужен здоровяк. Чтобы же наверняка. Давайте накопим на здоровяка. Так, хорош. Бам, всех просто взрывает. Вот этот летающий вначале, да, он хорош, но потом уже актуальность пропадает в нем.
Потому что, ну, было бы здорово, если бы я награду получил. О, парахил идет, отлично. Четыре, потому что я быстро убил, я получил 4000, да, я так понимаю? Ну, мы прям закрепились на первом месте. А, нужен максимальный рекорд, нужен максимальный... Неважно, сколько раз бы ты не сыграл, а самое главное, это максимальный рекорд. Вот в первый раз я прям, блин, очень быстро это сделал. И поэтому я на первом месте. То есть не обязательно играть там сотни раз, чтобы набить. Достаточно один раз сыграть хорошо, и все, ты можешь занять первое место. Вон оно как, понятно, понятно. Хорошо, но пока что, я думаю, нам волноваться не о чем. Давайте продолжим. Я не думал, что такая долгая серия будет, но я просто обязан это сделать. Очень далеко база. Поэтому сейчас на максимум прокачаем ее. Скорость нашу. Пока он не выпустит, будем прокачивать. Выпустил. Давайте разок еще. Так, пошел первый. Давайте за ним прохил пойдет. Его уже подхиляли. Слушай, ну сейчас вообще легко. Скилка очень классно. Хороший робот. Особенно если двоих выпускаешь, то это просто жесть. О, здоровяк вышел. Давай тоже на здоровяка накопим. Фаербол! Вовремя. А, его некого хилить. Они спереди стоят, некого просто хилить. Да вы издеваетесь. А вот, успел. Все, есть теперь кого хилить. Вовремя подошли. Найс, хорошо. Ну все, теперь вот этот переиграем, чтобы на максимум все было, да? Мы же хотим, чтобы все было красиво и идеально. Так. Блин, пошли гады, пошли гады. Как же он мне нравится, дамажит очень круто. Гад, проходит такой. Давайте пока что прокачаем быстренько. Фаербол. Найс. Ну все, тут здоровяк даже не нужен, мы так справимся. Давай еще разок. Отлично. Отлично. Ну все, на отлично, давайте откроем, посмотрим, что там такое. Новый юнит, отлично. А, не до... А где я плохо... Подожди, а где я плохо сыграл? А, вот здесь. В каждой битве есть три задачи. Если ты не выполнил одну из них, попытайся снова. Давайте еще раз сделаем, чтобы максимум получить награду. Мы постараемся на максимально хорошо играть. Так, мне нужно хил, хил, хилку надо. Тут он по-любому нужен. Тут без него очень сложно. Тут нужен прям хороший прохил. Вот, с прохилом очень здорово, слушай.
Да. Так, ну теперь мы точно победили, да? Все. Все, идеальная победа. Теперь идем сюда. И забираем награды. Раз. Башня костей. Два. Лучники. Найс. Уходим в телепорт. Это уже будет в следующей серии. Раз, два. О, тут много миров. Раз, два, три. Тут четыре мира, но мы за раз, наверное, это уже не пройдем, да? Будем постепенно по два, наверное, проходить. Вот, возвращаемся назад, смотрим, что такое, армию. Копьеносец. Давайте разблокируем копьеносца. Прокачаем на максимум. Попробуем использовать. Раз. Ну, тоже хилок больше. Она не очень сильная, но... Такая средненький класс. Плюс 6, плюс 2. За прокачку. А, епископ. Епископа давайте. Редкий. А особых способностей нету пока что. Здоровья у него много. По 19. 19 здоровья плюс 3 к атаке. Он тоже как танчик такой, да? А что он хиляет? Редкий подданный герой. Какой-то. Надо будет проверить его, мне интересно. А, новая башня костей. Это все в следующей серии будем использовать. По 50. И атака по 9. То есть она еще атакует, да? Так, понятно. Ну и все, пока что больше... Пока что больше новых нету. Арена. На один противник. Но арена, в принципе, нам не нужна. То есть мы уже держим первое место. 5270. Надеюсь, если мы даже в тройку поведем, в любом случае мы получим награды вот этих новых. И также в следующей серии посмотрим их. Ну, я пока что с вами прощаюсь. С вами был канал Дарей, ребятки. До новых встреч. Всем пока.